Приветствую всех подписчиков, гостей моего канала. С вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодня на обзоре у меня майнер по долларовый майнер USD. Значит, называется Бедока. Работает он 3 дня. Зашла я вчера поздно вечером. Так, легкий доступный онлайн заработок без усилий от 10 до 30% каждый день бессрочно. Игроков пополнено, выплачено. Сейчас вот загрузится. Обновить, наверное. 0 дней. Вот теперь правильно. Завис. Вот сколько участников пополнено, выплачено и работает 3 дня. Значит, есть соцсети, платежки всевозможные. Также можно кликнуть, зайти в Telegram. Здесь у нашей платформы. Юридический адрес, страница сайта. Здесь это все можно прочитать о проекте, статистика. Значит, последние 20 пополнений и выплаты. Минимальный вывод отсюда 10 центов. Значит, новости, отзывы, помощь и язык. Можно ставить русский, английский. Регистрация здесь наипростейшая. Значит, что? Логин и пароль. Кликаете капчу, разгадываете, создать аккаунт. Так, вернуться. Авторизация. Также логин, пароль, войти в аккаунт. И что у нас здесь? У меня тариф 1. Все пока по нулям. Это наша домашняя страничка. Вот регистрация 20.11 я зашла. Я еще ничего не делала. Значит, при регистрации нам дается бонус $5. Он сразу идет в работу и начинает майнить копеечку. Значит, это здесь логин. Это для покупок баланс. Баланс для выплат. Идем в настройки. Профиль как бы это наш. Здесь сменить пароль, а здесь нужно прописать платежные реквизиты. Сохранить. Я прописала Pair. Здесь можно Litecoin. Сохранен. Окей. Kiwi, U-Money, UTK, Visa, MasterCard, Perfect, Bitcoin, Litecoin, Ethereum, USDT, TRC20 и Tron. Можно прописать любой платежный реквизит. Далее. Прокачать аккаунт. Это совсем другой вид заработка. Это не майнер. Это по желанию. Я буду работать только на майнере. Значит, тарифы майнинга. Значит, минимальный депозит $1. Равен 60 рублям. Видим. Хоть здесь и можно начинать абсолютно без вложений, так как нам дают бонус $5, но без вложений, естественно, нам вывести не дадут. На данный момент майнер платит, так как мой пригласитель, то есть человек, по чьей ссылочке я зарегистрировалась, он успешно вывел, но тоже работает.
Потому и говорю, что без вложений он пробовал выводить. Запросили $1. Значит, вот тариф нормал. 10% в день от $1. Ну, далее по нарастающей. Так, майнинг. И вот здесь идет майнинг. Видим, вот мой доход. Собрать прибыль. Успешно собрали 0.08 центов. Окей. И здесь показан доход в час, в день, в неделю, месяц, за год. Всего вложено у меня по нулям. Заработано, но еще как бы я еще ничего не вкладывала. Вот. И видим тариф бонус. Процент 3%. $5. И вот такая вот мощность. Он сразу в работе автоматически. Далее есть серфинг. И здесь вот нужно ввести такой вот код, чтобы просматривать серфинг. Да, правильно ввела. Отправить. Неправильно я ввела. Ладно. 9. Отправить. Проверка успешно пройдена. И, пожалуйста, можете просматривать серфинг. Такое количество платит за серфинг. По 7 секунд. 0 секунд. Давайте один просмотрим. Идет отсчет таймера. Внизу вот. Давайте обождем. И разгадываем капчу. 3, 3, 6. Кликаем. Спасибо. Зачет. Таким вот образом можно по желанию просматривать серфинг. И вот здесь предостаточно. Далее. Баунти программа есть. Читайте. Внимательно читайте баунти программу. По желанию, если кого зацепит, можете выполнять отзывы на сайте, пост, пополнить, ну и так далее. Также есть добавить видеообзор. Очень внимательно читайте, чтобы выполнять. Далее здесь лидеры. Ну это нам не надо. Бонусная система есть. Есть, значит, ежедневный бонус. Значит, кликаем по баннеру. Возвращаемся. И вот здесь получить бонус. Кликаем. И я вот получила вот столько бонуса. Так. Бонусная система. Далее ежедневный накопительный бонус. Также кликаем по баннеру. Возвращаемся. Получить бонус. И вот такое количество бонусов мне начислили. Окей. Вот мой логин. Как бы. Далее.
Финансы. Значит, пополнить баланс. И также много вот можно с любой платежки как бы пополнить. Так как здесь без вложений вывести не дадут, я без фанатизма, естественно, вложу денежку. Значит, смотрите, как пополнить баланс. Зачисление средств на баланс производится в автоматическом режиме. Отправьте перевод со своего кошелька Payeer на вот этот вот номер. Я его копирую. Так, вот он. Можно так скопировать. Номер скопирован. Введите. Так, номер операции. Так. Поле слева вот сюда видите номер транзакции. Так. После автоматической проверки перевода средства будут зачислены на ваш баланс. Минимальная сумма пополнения 1 доллар. Естественно, без фанатизма, как я сказала, я переведу 1 доллар. Значит, номер я скопировала. Иду я на Payeer кошелек. Ой. Так, биржа перевести. И что? Вставляю номер. Обязательно нужно проверить. И выбираю USD. И отправляю 1 доллар. Ну, 1 цент тут комиссия. Клику перевести. Так, и что? Я перевела. $1. Так, USD перевести. Сейчас посмотрю историю. Нет, обменять, перевести. Вставляю сюда 1.00 и ага, вот теперь окей, все, перевод успешно выполнен. Теперь мне нужно иду в историю и вот этот ID, о блин, тут скопировать надо. Вот. Копирую. Секундочку. И вставляю сюда ID транзакцию. Так. И клику перейти к оплате. Средства успешно зачислены. Окей. И вот баланс покупок у меня 1 доллар. Теперь я кликаю тарифы майнинга и купить 1 майнинг. Кликаю купить. Успешно. Окей. Все, я купила. Баланс мой списался. И копеечка стала майниться побыстрее. Значит, это бонус не 3%, и мой депозит в 1 доллар. Все, в работе. Далее. Опять клику финансы. Здесь выплата. Но выводить мне еще пока нечего.
Минимальный вывод отсюда от 10 центов. По выводу я запишу отдельное видео. Так, партнерский раздел, друзья. Значит, здесь будут отображаться ваши партнеры, то есть рефералы. Находится ваша партнерская ссылочка. Вот. 3 уровня партнерская программа. Далее. Промо-материалы. Также реферальная ссылочка. И баннера. Также здесь можно, раз есть серфинг, соответственно, можно давать рекламу. Рекламодателю. Опускаемся. Добавить ссылочку. И значит здесь за 1000 переходов. Так, цена 50 центов выходит. 1000 переходов по 30 секунд. Значит, следующий 83 цента 1000 переходов. И премиум 1 доллар 17 центов. Также 1000 переходов. Значит, название, адрес ссылочки. Выбираете, какой вам тариф. И кому надо, можно давать рекламку. И люди будут на серфинге просматривать вашу рекламу. Вот такой вот майнер. Не забываем то, что это инвестиции. Какой бы ни был хороший проект. Любые инвестиции в интернет. Это всегда риск. Я рискую своими деньгами, а вы же думаете сами. На этом все. Всех благодарю за просмотр. Всем удачи, больших заработков. Берегите себя и своих близких. До новых встреч.